1 июля 2021 года. Цель – обездвижить, цитирую, захватить, бросить багажник, вывести в лес, в самое глухое место, отрезать язык, взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам, те, кто был нанят за 10 тысяч долларов, деньги были перечислены, он должен осуществить эту операцию и заснять на камеру и выложить в интернет. Это как предупреждение, смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы получать демократию. Если не получится убить, пистолет был привезен из Украины и спрятан в Гомельской области в тайнике, как и другие приборы, тепловизоры и прочие, которые использовались при попытке подорвать Вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике. Все были изобличены, найдены тайники, операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию, пожалуйста, это Сосновский. И группа арестован и дает показания. Но в этой связи я хочу отметить настоящего мужика Григория Азаренко. Ну, вы его знаете. Мне я всегда думал, ну, если мужики наши выходят и борются на экране, а как в действительности? Они трижды пытались его захватить или убить. Цель была зайти в квартиру и в квартиру. Я поручил спецслужбам, чтобы тщательнейшим образом поработали с семьей и самим Азаренко. Мы могли взять далеко на подступ, но нам бы опять сказали, да, ну, это же как самолет, да, это же другое. Подключился генерал Тертин к этому. Мы вели долгие переговоры с родителями. Они сразу согласились, да, мы готовы к этой операции в квартиру. Но они побоялись прийти в квартиру. Потом потребовали от этого Хоффмана, который управлял операцией из Германии, полностью все задокументировано. Потребовали от него денег. Было выделено 10 тысяч долларов. И вчера вечером задействовал незарегистрированные к этому автомобили, приехали для того, чтобы, как обычно, уйдет с работы, обездвижить, вывести и совершить этот теракт. Я попросил также спецслужбы, чтобы они переговорили с Григорием, чтобы он согласился, что называется, на живца. Это было опасно. Но он, как настоящий мужик, пошел. И что удивительно, он первым бандюгу, который шел на него, и он знал, что он вооружен, начал с ним драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды. И были захвачены эти мерзавцы, все группа и этот исполнитель. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня. Был перехвачен пограничниками беспилотников.
Мы долгое время...